Все, варят, значит, смотрим. Да. Что хочешь, то и говорим. Дом стоит в Быковке, в деревне. Не, да. Это паразиты, слова не надо повторять. Дом стоит в Быковке, в деревне, где жили Махотины и Палагушина по девичьей фамилии моей бабушка. Из окна кухни, сзади стоит русская печь, смотрит в сторону замка. Я думаю, что это неспроста, потому что граф Шереметьев наверняка хотел, чтобы потомки не забывали про дворец и находили время, посещали. Поэтому парадокс такой: при жизни моей тети с фамилией Маргариты Михайловны Точеновой, история которая связана с тем, что она была приемная дочь, как племянница моей бабушки Ольги Трофимовны, потому что ее мама во времена сталинских репрессий была, как бы сказать, сослана и сгинула в неизвестном направлении. Она была связана в цыганской программе добычи питания. И получился такой парадокс. Она уводила коров, одевала лапти коровам. И когда ее осудили, как бы сказать, на ссылку, ее дочь Маргарита Михайловна попала к моей бабушке, и племянница воспитывалась как ребенок приемный. Вместе наравне как бы с моими родственниками, дядьками, значит, тремя и двумя сестрами моей матери и Зинаидой Николаевной, сестрой Шамаевой впоследствии, по мужу она покоится на берегах Ангары реки в Сибири. И получился такой, как бы сказать, исторический исследовательский факт того, что я, найдя энциклопедию, 30-томную наверняка, редчайшее открытие, что по Махотино линии был такой Георгий, который разработал и написал тогда книгу 370 страниц о применении неразрывного розлива стали и чугуна на демидовских заводах на Урале. Для меня это было, как бы сказать, подтверждением того, что во мне наверняка льется графа Шереметьева. Несколько стаканов, я утрирую так. Смех. Да ты уже про стаканы говорил, Шереметьева. И парадокс открытия это заключается в том, что всему веселый был подвижник, для благородных и для дам всегда был рядом по балам, ни чародей, ни чернокнижник. Сонет его всегда любимый исполнен был при чашке кофе, пролог уже при длинном штофе. Он на коне непобедимый, и ждал его еще Кавказ, а был он Крымом покоренный, Бахтисараем увлеченный. Его чудес, его прекрас, и даже ханские потомки делились с ним порой обед, который, помня много лет, вели его миры потемки. Он даже, может, возомнил, ведь и его ту гору плыл туда, где буря завывала. В избе висел, где его портрет, где ждали много долгих лет скитальцы родины гонимой. Он жил ее всегда большой, огромной яростной душой, и в этом был неповторимый. Стихотворение, посвященное Александру Сергеевичу Пушкину.